Влюбленный Отелло, который находился в федеральном розыске 6 лет, осужден за покушение на жизнь предмета своего обожания. Северодвинский городской суд вынес обвинительный приговор за преступление, совершенное еще в 2006 году. Глубокие чувства мужчина питал к несовершеннолетней племяннице. Отвечать за преступную любовь теперь придется за колючей проволокой. Глубокие чувства 6 лет тому назад 25-летний молодой человек питал к 17-летней племяннице. В мае 2006-го девушка отказала дяде в отношениях, после чего родственник назначил ей встречу в подъезде на Яграх. Девушка еще раз ответила отказом, уже последним. Влюбленный нанес несовершеннолетней 2 удара ножом в голову и в грудь, после чего исчез на 6 лет, оставив на месте преступления лишь окровавленную куртку. В кармане куртки находился нож и блокнот, в котором он записывал свои жизненные какие-то ситуации, моменты. И в этом блокноте было записано, что он без этой девочки не хочет жить, что он ее очень любит. Координат преступника не знали даже родные. 2 года назад у него умер отец. Сына на похоронах не было. Преступника обнаружили этой осенью. Московский участковый по ориентировке узнал жителя своего округа. Уже 31-летний мужчина в столице состоял в гражданском браке и даже работал. На днях разыскиваемого Северодвинский городской суд приговорил к 2 годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.